Доброго времени суток, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Грегор, и это пятый выпуск второго сезона проекта «Город в Майнкрафте». Сегодня у нас обновление в том, что повысилось количество населения, сейчас проживает 1281 человек, и в том числе обновление в городе, то есть я добавил поликлинику, два новых живых здания пятиэтажных, и уже не так же провел дорогу. В дальнейшем появится Щербаковская улица, как и говорилось ранее. Вот так вот выглядит дорога, то есть у нас, как бы двух-трехполосная, две полосы для обычных авто, то есть для легковых, для грузовиков, а вот третья уже для общественного транспорта или для автобуса. А теперь перейдем к жилым домам, друзья. В общем, вот такая вот поликлиника. Да, я помню, что она была такая же в Якуманске, но я решил провести для вас такой детальный осмотр этого здания, тем более. Я решил переместить в Айсатовск некоторые дома, которые строились моим другом, то есть его зовут Джой. В общем, давайте осмотрим, как выглядит здание снаружи. Тут снаружи у нас так вот выглядит здание. Практически, возможно, такой же есть в Улан-Удэ. Также здесь у нас идет парковочная зона, то есть для посетителей поликлиники, в том числе для жителей этих домов. И здесь же детская площадка, которая относится к этому дому. Ну что ж, давайте осмотрим это здание уже внутри. Тут у нас два входа, то есть один из них центральный, то есть главный вход. Здание располагается по адресу город Айсатовск, улица Бакинских комиссаров, дом 13. Давайте начнем с этого входа. Так, тут у нас стоит банкомат, тут это почему-то здесь не видно. Странно, что там, возможно, рамку не добавил или что-то вроде того. Все. Такой вот коридор у нас, такой простой, но правда темно, к сожалению. Ну, что сказать, ничего особенного. Тут у нас регистратура такая вот, тоже простая. Гардероб, тоже сначала были стойки для брони, но я заменил их на полки, сделанные из песчаниковой плиты. Тут различные автомат с бахилами, кофе. Тут тоже банкомат, правда. Какого-то фига опять рамок нету, нифига. Можно картинку что ли добавить? Все. Тут у нас уже пост охранника, то есть объект охраняется в неведомственном охране. Вневедомственная охрана предприятия. Ну что ж, давайте прогуляемся по кабинетам. Тут у нас еще скамейки стоят, чтобы можно было с комфортом подождать своей очереди. Первый кабинет у нас кабинет главного врача и его заместителя. Такой вот кабинет у нас. Здесь сидит его заместитель, здесь сам главврач. И как всегда пропадает картинка. Тут я походу забыл сделать такой фрем. Тут он же книжки лежат, а тут кулер с водой. Вот кабинет, правда. Я не замерял, честно, сколько на сколько, но. Ну, может все-таки я смогу замерить там. 8 на. Сейчас посмотрим тут. 5 на 8, то есть. Второй кабинет, уже врача, то есть переименовывал таблички, точнее, когда строил ее в Якуманске, ее обустраивал, то есть я не стал писать, типа, какой-то там врач, там, типа, педиатр, терапевт и так далее, то есть, просто оставил номер кабинета и все. Третий кабинет.
уже немного другого расположения стола, без стульев. Тут тоже книжки стоят. Тут уже кабинет как, ну, тут, так сказать, втулок. Еще один кабинет, только уже два стола, то есть здесь уже работают два врача. И стандартный кабинет. Ну и дальше у нас уже идет место, где можно передохнуть, то есть тоже можно ждать в своей очереди. И дальше идет пожарный выход на случай пожара или прочей непредвиденной ситуации. Ну и дальше у нас выходит на парковочную зону. Тут у нас уже стоят специальные автоматы для записи на прием врача без очереди, но как всегда эта фигня с этими картинками, блин, господи. Все постоянно пропадает. Может из-за плагина, что ли. Ладно. Тут у нас еще кабинет. Еще один. Еще кабинет тут у нас вообще. С этой стороны тоже. И тут уже туалет. Ну и дальше надпись не курить. Причем бежим на второй этаж, тут практически то же самое, в принципе. Скорее, правда, с каждым этажом кабинет, то есть коридор начинает сужаться у нас. Тут тоже кабинет и туалет, но есть еще один момент. Тут коридор пустой, который я не знал, чем запихнуть, просто хотел как тупичок сделал. Тут уже тоже автомат с кофе, а тут уже и кулер с водой. Третий этаж, тут уже самое интересное, друзья. Тут тоже вот, тоже кабинет и туалет, в принципе. Ну, есть еще и специальный проход уже на 4-5 этажи. То есть нам туда нужно... То есть, чтобы добраться до этих кабинетов, нужно пройти... Зайти на третий этаж, добраться до конца коридора и забраться на лестницу, добраться сюда. Тут у нас только три кабинета. Именно, да, именно три штуки. И тут тоже два врача работают. Причем два двойных кабинета и один одинарный. Не одинарный, может, но все-таки. Ну и на пятом этаже практически все то же самое, можно сказать. Спускаемся на третий этаж, чтобы добраться на другой конец коридора. Там идет тоже еще один уголок четвертого этажа, правда там только служебный, поскольку там только бухгалтера и кабинет администратора. Здесь хоть маленькая кошка здесь. Вот так вот выглядит. То есть здесь у нас канцелярия, хотя почему-то написал так целярия. Ну, чисто только столы, то есть компы там все. И кабинет администратора. Здесь администратор сидит, а здесь его, можно сказать, заместитель, его, можно сказать, помощник. Ну, в принципе, практически то же самое, что и в кабинете у главного врача. Ну, что, заморачиваться я не буду. В общем, вот такая вот вышла поликлиника у меня тогда. Спускаем, выходим из поликлиники и идем к следующему обновлению. Это два новых живых дома. Вот так вот они выглядят, вот так вот выглядит первый дом, то есть второй тоже самый выглядит тоже так же. Я говорю, что тут ничего особенного, тут только по два кондиционера и антенна, да, вообще на весь подъезд. Причем ничего лишнего здесь нету, только то, что самое необходимое. Так выглядит передок, в принципе, то есть два балкона, то есть вот такой. Ну, сам задняя часть буквально в смысле выглядит интересно, то есть. У нас тоже балконы стоят, то есть. И, в принципе, ничего лишнего, то есть ничего добавлять не нужно, то есть.
Это все как привычно. Помню, когда я впервые строил пятиэтажку, в Якуманске, самый первый в Якуманске, ну, выглядела она, можно сказать, ну, фигового качества, то есть она выглядела ужасно. Но уже сравнивая, ну, сравнивая с тем, что я раньше строил, с тем, что сейчас, это уже, ну, то есть это намного лучше, чем то, что раньше строил в 2019 году. Ну, собственно, давайте мы посетим один подъезд. То есть, я наконец-таки проработал, можно сказать, лестницу в конце концов уже. И проработал над коридором. Немного перенес вход в подъезд. Вход в квартиры с двух сторон. С этой. В принципе, квартиры те же, что и в прошлые разы я показывал. Добавил еще одну, уже. Вот это фейл, ребят. Или мне кажется. Или это не фейл. Фу, щит! Блин, ну ладно. Можно это как-то можно взять и заткнуть и там заткнуть губу песчаником. Все. В общем, извиняюсь, что такой вот фейл произошел во время съемки. В общем, дальше у нас идет лифт для, можно сказать, маломобильных групп населения. Все квартиры одинаковые, так что останавливаться не буду. В общем, квартира вот так, в общем, дом выглядит именно таким образом. То есть, можно сказать, немного, можно сказать, добавил комфорта, можно сказать, добавил лифта для инвалидов, там, мам с коляской. В принципе, можно сказать, это ближе к среднее между экономом и комфортом. В принципе, вполне уютно. То есть, более немного удобства для не только для обычных граждан, но и то есть для маломобильных, то есть инвалидов там, и так далее. Ну и в принципе, у меня об этом пока все. Спасибо всем, кто смотрел этот выпуск. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите идеи. Всем удачи и всем. И надеюсь, этого фейла больше не будет. В общем, всем удачи и всем пока.